Все, мы придумали один опыт сделать. Взяли на ютубе, посмотрели, как пепси взрывается с ментос. Придумали надуть шарик, посмотреть, он лопнет или не лопнет. Взяли шарик. Здесь Эрик у нас самый главный опытник. Взяли шарик, надели на бутылку и внутрь шарика сюда поставили ментос, конфетку. Завязали здесь резинкой, поставили бутылку в ванну, чтобы она не забрызгала. И сейчас бросим это ментос в соду и посмотрим, как она, какая будет реакция. Готов, Эрик? Окей. Смотри, смотри сюда. Надувается, смотри. Надувается, смотри. Ну, упала на пол. Все? А, не лопнул шарик. Сейчас мы его поднимем. Нальем обратно. А ну, держи камеру, снимай. Держи вот так. Снимай, чтобы шарик здесь был видно. Вот так, вот так. Держи так. Тяжелый. Видно там шарик? Я вижу. Он обвивается, вода. Да? Будет взорваться. Да, папа? О, сколько газа набралось. Конечно, мы ждали. О, таблетка ментоса, ну покажи. Ну, что ты спускаешь, держи. Вот так, вот таблетка ментос. Вся она не растворилась. Весь газ тоже не вышел. О, а ну-ка давай поболтаем бутылку. Сюда можно. Было больше видно. Да. Я сюда нажал, что больше. Сейчас мы попробуем выгнать все газы. Сейчас будет взрываться. Да, что-то он не взрывается, Эрик. Папа думал, что она взорвется. Ты все ментосы съел, да? Короче, опыт, конечно, прошел не так, как мы ожидали. Шарик снимаем. Что еще можно придумать? Ну все, Эрик, выключай.